Здравствуйте, меня зовут Адора Исмаилова. Я из Узбекистана. Я родился в Андижане. Я замужем. У меня небольшая семья. У меня трое детей. Муж и я. Я бы очень хотела бы попасть в этот проект до финала. Я с рэпом или с эстрадным, я никак не могу их удивлять. Потому что такие люди многие. Но нашего национального очень мало. Вот поэтому я думаю, что свою национальность из этого жанра я сама знаю, что это будет им интересно. Что ж, сцена ждет вас. Проходите. Желаем вам удачи. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Адолат Исмаилова. Замечательно. Адолат, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я работаю в Маком, национальной песне, я в ансамбле имени Юнуса Раджаби. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас мечта? Конечно, много. Ну вот, например, если вы выиграете в Central Regions Got Talent и получите 250 миллионов сумм. Я бы с удовольствием своим семьей. У меня трое детей. Спасибо. Я бы с ним путешествовала. Очень хорошо. Ну что же, мы вам искренне желаем удачи. Соберитесь. Хорошего выступления. Поразите нас. Прошу. Спасибо. Ох, какой голос! У нас впереди еще много прослушиваний других стран, но так акапелла. Я все время ждал, что в какой-то момент появится музыкальная подложка, которая вам поможет. Она вам не нужна. Маком – это музыка сердца, души, которую вы нам открыли свою душу сегодня, Адолат. Это было прекрасно. Аплодисменты. Спасибо. Ербалат. Ваш голос прям завораживает. Спасибо. Я никогда не слышал Маком. И я рад, что вы меня познакомили с этим жанром. Блин, было очень круто. Спасибо. Наши прекрасные девушки, когда поют Маком, им не нужна музыка. Их голос – это живой инструмент, это живая музыка.
Это живая колыбельная. И каждый раз, когда девушки исполняют маком, это что-то сверхъестественное, потому что этот талант от Бога, и его не научить этому таланту невозможно. Этому таланту с этим талантом рождаются. И шикарнейший голос, очень красивое выступление. У меня прям такая гордость была за вас. Я хочу стоя поаплодировать за вас. Спасибо за ваше красивое выступление, за то, что вы так красиво представили наш Узбекистан. Рахмат, спасибо большое. И вам тоже спасибо. Почему вы плачете? От радости. Мой ответ – да. Спасибо. Я однозначно говорю «да». Спасибо. У меня прям мурашки были. Я могу на раз, два, три сказать ответ? Конечно. Раз, два, три. Мой ответ еще что-то большее, чтобы пройти в гранд-финал. Спасибо вам. Всем спасибо. Ты бы видел, как она дрожала. Она плакала от радости. Это слезы счастья. Вот градом идут слезы счастья. Блин, класс. Just wanna start a flame.